когда приходит год молодой, а старый уходит прочь. Давно свершится мечте любой, такая уж эта ночь. Елка главы администрации стала доброй предновогодней традицией. В районном дворце культуры и молодость в канун любимого всеми праздника собирают детей-сирот, а также самых талантливых детей Куиргазинского района. Среди приглашенных юные спортсмены, победители различных фестивалей, конкурсов и олимпиад. Собравшийся от имени главы администрации поздравила его заместитель по социальной кадровой политике Люция Хамитова. Желаю, чтобы уходящий год, если что-то было плохое, осталось все позади, чтобы Новый год принес нам только радости, только победы. Каждый год организаторы стараются придумать для юных зрителей что-то новое, яркое и запоминающееся. Сцена Дворца культуры превращается в площадь волшебства и чудес. И, конечно, сидящие в зале ребятишки становятся активными участниками сказки. На этот раз, согласно сюжету, король зла украл время, цифры с новогоднего циферблата. Вернуть время пытается дедушка с двумя внуками. Им помогают не только герои мультфильмов и сказок, но и сидящие в зале ребятишки. В итоге добро побеждает, король зла пойман. Дед Мороз со Снегурочкой, а также Кышбабай с Кархалу возвращают всем время и под бой курантов поздравляют с Новым годом. Поздравил ребятишек и символ наступающего года – петушок. Я хочу пожелать здоровья, счастья, чтобы вы никогда не знали, что такое печаль и горе, чтобы верили в самое лучшее. Желаю всем самого хорошего, пусть ваши мысли будут всегда яркими. После яркого представления празднование продолжилось в фойе Дворца культуры. Вместе с героями сказок дети водили хороводы вокруг нарядной елки, пели песни, играли в веселые игры. Праздник подарил детям заряд бодрости и хорошего настроения.